Я пролетел на выборах, как фанера над Сеулом. Промахнулся с ролью хорошего семьянина. И вот он шанс. Здравствуйте. На меня свалился выводок детей. Чего стесняться? Я же ваша дочь. Я только вас увидела, сразу поняла, что мы родные люди. Мы дяде совсем не нравимся. Я голодный. Папа! Шумный, но выгодный. На мужчине лежит огромная ответственность. Я хочу пипи. С этого дня я их отец. Я народный папа. Публика в восторге, а я снова в игре. Грандиозное шоу на телеканале «Дорама». До свидания.